Всем добрый день, добрый вечер. Так, сейчас мы тут... Значит, еще одно такое, вдруг кому-то там душно, жарко или холодно, вы как-то просигнализируйте в радиозвуковую рубку. Вот, все можно регулировать у нас тут. Хорошо, с этим дело поставлено. Вот, у нас будет перерыв на чай, так что, если кому-то вдруг как-то там неинтересно, лучше выйти в зал. Вот единственное, хочу напомнить, что у нас главное правило, вот здесь гармония, все концерты, не мешайте творчеству, да, если кому-то что-то неинтересно или хочется просто пообщаться, то лучше это сделать в фойе. Вот. То есть у нас всегда принцип сотворчества. Лучше участвовать в творчестве, помогать автору и поддерживать его. Итак, Сергей Николаев, давайте его сразу поддержим. Ну, хотелось бы начать с песни. Ну, во-первых, да, хочу сказать, что действительно по поводу темы мне сразу вспомнилась почему-то песня Никольского «Зеркало мира». Как раз тоже про отражение творчества. Первая песня, которую я спою, называется «Гармония рядом с тобой». Метаясь, как в проруби, ничто. Все время куда-то спеша. Ты думаешь, как бы сберечь то, ту часть, что зовется душа. Но попусту время теряешь, напрасно играя судьбой. А главное, не понимаешь, гармония рядом с тобой. Расставив все в жизни по полкам и всех разобрав по частям, идешь по горящим иголкам навстречу дурным новостям. Но новости эти не новы, их знает ребенок любой. Снимай, наконец, все оковы. Гармония рядом с тобой. Снимай, наконец, все запреты. Запреты мешают творить. Сердца сладким чувством согреты, давай мир друг другу дарить. На лучшее будут надежды, мы станем самими собой. Судьбой спорят только невежды. Гармония рядом с тобой. Гармония рядом с тобой.